похоже здесь, что это по губам проводит этим психиатром государство. Ну вот. Это тоже на руку похоже. Да? Типа из. Типа это. Как она? Блин. Варежка, да? Из нее он что-то сыпет им. Ну да. Ну там в соседнем доме. Руки помыть. Я не видел вообще. Ну ты туда задом сдавал, в ту сторону. Я задом сдавал. Там ремонт делал. А ремонт чего? Крыши? Подъезда? Стены. Какой стены? Там стены хорошие. Посмотрела специально, там стены хорошие. Давай Сергей Ленок расскажет про милиционера. Давайте расскажешь анекдот, а я последнюю фразу, которую милиционер говорит, я сам скажу. Короче. Нет. В метро едут. Не хочу я. В метро едут люди. Я не хочу. Там только в конце самом. Плохое слово. Не хочу. Короче, в метро едут люди, там кто-то чихнул. Саша, ну хватит, а. Я знаю ваши анекдоты. Нет, не знаешь, милиционер спрашивает, кто чихнул? Граждане. Я повторяю, граждане, кто чихнул? Угу. Все молчат. Угу. Еще раз, третий раз повторяю, граждане, признавайтесь, кто чихнул? Угу. Там, короче, они молчат, потом такая бабушка говорит, это я чихнула, извините, или как там? Я просто своими словами рассказываю. И этот милиционер говорит, будьте здоровы. Это все такие удивились. Ничего себе, какие такая милиция у нас вежливая. Mm-hmm. А он на это говорит. И там дальше мат. Говорит, знали бы вы, как нас начальство за это дерет. Как бы. Ну только там мат. Саша. Да Сергей рассказал анекдот. Он много хороших анекдотов знает. Да, ешь. А ты вспомнил анекдот про то, как там в лесу кого-то отпетушили? Блин, просто смешной был анекдот. Я помню, в детстве смеялся. Он рассказывал постоянно анекдоты, как кого-то петушили в лесу. Хватит. А, короче, мужик застрял между деревьями. Хватит, я сказала. Прекрати. Мужик застрял. Что за дебилист? Пойди отсюда. Да нет, там нормально. Отстань от меня. И собирайтесь, иди. Это же не кофе, это чай вообще. Это чай. А где твое кофе? А похоже на кофе. Ага. Ты уже не понимаешь вкус кофе и чая. Даже кажется, что... Нормальный чай с молоком. Ну, ты с грязным налёг. Ну ладно. Да, давай сначала эксперимент. И за грибами. Саша,
Ты это атеистка или верующая? Слушай, прекрати, что кошки пристают. Атеистка или верующая? Что за дебильство, а? Это важно. Угу. Давай крестик. Веруешь ли ты за Докинза? Ты читала Докинза? Не хочет разговаривать. А когда вот тебя не было, она лезла ко мне. Иди Докинза читай. Докинза, вот молишься. Верующие. Докинза читай. Аметисты. Победа аметистов. Там вот халабуда стоит у них. Докин, зайди. Ты помнишь, что грязная одежда надела чистое это, одеяло? Да. Иди там, ну, на кресло, не на кресло, а на диван. Поверх белого одеяла. Ахламон. Короче, анекдот, помню. Нет, там про зверей было смешнее анекдот. Ты же кого-то, типа, мужика, типа, отпетушили, и он застрял между березами, и его отпетушили, да? И, типа, он говорит, помогите, вы, ну, не может вылезти. Подходит там дровосек или кто, мужик какой-то, говорит, что с тобой случилось? Говорит, отпетушили меня. Что он говорит, ты один здесь? Я один здесь, не могу выбраться. Один, говоришь? И ручки потирает, да? Глухомань. Глухомань? Глухомань, говоришь? Я не могу твои анекдоты пересказать, как ты. Реально, ни одного не получается. У тебя талант рассказывать анекдоты. Может, ты это блог будешь вести, где анекдоты будешь рассказывать, как Шура Карет. Кто там, Трахтенберг, будет, ты офигенно рассказываешь анекдоты, у тебя талант, никто так не рассказывает. Сейчас, кстати, никто анекдоты не рассказывает вообще, умерли анекдоты. Ты можешь возродить анекдоты. Кто хочет послушать анекдот от моего бати? Никто, потому что сейчас уже не актуальны анекдоты, никто не слушает. Сейчас мемасы смотрят. Кого смотрят? Гарик. Смешные картинки в интернете. Мемасы. Мемы. Типа. Мне, например, нравится мемасы про волков. Каких волков? Ну, модно у людей ходить с футболками, где изображен волк. И что? И там надпись какая-нибудь, типа. Я грозный волк, ты меня бойся. Я тамбовский волк. А там мем сделали, типа, я тамбовский волк, типа, мне, типа, покакать в кусты стыдно, а в ладошку страшно, типа, угорают. Или там просто, я волк, ты волк, мы волк, теща волк, вся семья волк. Чё? Почитала Докинза? Саша, что это? Докинз, это атеист. Что это? Где? Это кофе, просто я в воду добавил, нужно разогреть где-нибудь. Кипяток добавить, но он все равно будет теплый. Почитала Докинза? Что будет после смерти? Как думаешь, как зародилась Вселенная? От взрыва? Да?
расширялась вселенная. Как думаешь? Скажи, Бог есть или нет? Отстань от нее. Ответь. Ну что, идиот? Ну как кошка думает, мы должны узнать, есть Бог или нет. Угу. Или все случайность. Скажи, тебе интересно это? Нет. Как вообще, в чем смысл жизни, как бы, вот ты думаешь? Кто создал все это? Посмотри за окно, кто это все создал? Как это могло появиться? Просто случайно. Посмотри на небо, разве оно не похоже на гигантский океан? Удерживаемый куполом. Кошка, скажи. Отстань. Кресло не хочет говорить. Скажи, есть Бог или нет? Саша, да. Что ты ее рот слышишь? Не, ну может она скажет. Угу. У тебя глюки? Может она мяукнет? Иди. Если мяукнет, значит она считает, что есть. Саша. Иди, езжай с бабушкой. Не хочу. Я хочу кофе. Я хочу чашечку чая, чашечку кофе, чашечку какао с чаем. Утром пьют шампанское только дегенераты и аристократы. Не хочет разговаривать, она убийственна. Чё, как думаешь, есть Бог, создалось взрыва вселенная, как появилась? Или создал кто-то? Как думаешь? Блин, вот я тоже не знаю. Как-то всё... Пойдём сначала эксперимент. Целая галерея картин.